Сотрудники Тульского уголовного розыска задержали подозреваемых в разбойном нападении, которое было совершено в ночь на 5 декабря прошлого года. Двое преступников ворвались в круглосуточное заведение развлекательного характера. В руках одного из них, по предварительным данным, был похожий на пистолет-предмет. Внутри нападавшие получили отпор от посетителя заведения, и им пришлось скрыться с пустыми руками. Очевидцы успели запомнить приметы автомобиля, на котором скрылись нападавшие, и сообщили их полиции. В ходе работы оперативники получили информацию, что к разбою могут быть причастны двое жителей Киреевского района. Подозреваемые задержаны, и как минимум один из них не отрицает своей вины. Разбой. Ранее судим? Нет. Вину признаешь? Да.